11 лет – это много или мало? Для Вселенной это совсем ничего. Для молодого человека это целый этап жизни, наполненный переживаниями и волнениями, грустью и радостью. Школа многим из нас подарила надежных и верных друзей, научила ценить каждое мгновение и уважать тех, кто с нами рядом. Сегодня они – выпускники, надежда молодого белорусского государства. Сегодня они – будущее Ленинского района. У нас все замечательные ребята, они пойдут сейчас в самостоятельную жизнь, найдут, получат свою профессию. И неважно, кем они будут, будут они врачами, учеными, космонавтами или физиками-ядерщиками. Вот, важно то, что или строителями, скажем, будут получить рабочие профессии. Важно и главное, мне кажется, то, что каждый из них будет приносить пользу нашей общей родине, Республике Беларусь. И каждый внесет свой вклад для того, чтобы наша страна становилась еще красивее, сильнее, богаче. Путь к сегодняшнему празднику был нелегким. Часы упорного труда, месяцы интенсивной работы, сотни прочитанных книг. Именно желание доказать себе и другим, что я смогу, двигало теми, кто сегодня, в этот торжественный день, в особом почете. Медалисты, отличники, победители олимпиад и научно-исследовательских конкурсов. Сквозь тернии к звездам. Так отзываются об этих молодых и целеустремленных людях педагоги. Сегодня юноши и девушки благодарят учителей за то терпение, за те знания, которые они подарили своим любимым ученикам, за жизненный опыт и за пример настоящего человеческого отношения к делу, которое любишь. До сих пор не верится, что все так быстро закончилось, потому что закончилось все на самом деле слишком быстро, как-то не верится, и совсем скоро нужно вступать во взрослую жизнь, сдавать централизованное тестирование, поступать в университет. Конечно, и радостно в какой-то степени такое событие, но и грустно одновременно. Золотая медаль – это, наверное, то, чтобы показать себя, показать то, что ты способен, показать то, что ты идешь к своим целям вперед, и для тебя нет никаких преград. И, конечно же, золотая медаль – это для родителей, потому что наибольшую радость для родителей составляет то, когда успешен их ребенок. Выпускной бал в Ленинском районе называется «Алые паруса» не случайно. Ведь именно сейчас молодые люди отправятся в новое, еще неизведанное путешествие под названием «Взрослая жизнь». Теперь очень важно, чтобы этим кораблям дул только попутный ветер, чтобы они не свернули с курса и уверенно шли по волнам, проходя с легкостью все бури и ненастья. Школа подарила этим юношам и девушкам жизненный опыт и научила в любой ситуации оставаться настоящими людьми. А родители в них верят и в праздничный день желают, чтобы у детей все было хорошо. Мирного неба, да, вот это вот спокойствие, исполнение их желаний, радости, чтобы родители верили в своих детей, чтобы родители любили детей такими, какие они есть, и принимали их с их радостями, с их горестями, с их успехами, с их неудачами. Это наши дети, мы их очень любим. Анастасия Назрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».